Всем привет, друзья! С вами Иван Кожи, и сегодня мы продолжим обозревать еду из Воки. Опять это будет стейк, на этот раз это будет стейк из свинины. Итак, ребятки, стейк из свинины с соусом спайси. Опять же, я выбрал острый соус, порция где-то около 200 грамм, обошлась она мне в 76 гривен. Сколько это в другой валюте, я укажу в титрах. Итак, ребятки, давайте заглянем внутрь. До этого я только что съел... Ну, не стейк, а, в принципе, мясо курицы, да, с картофелем фри, острым соусом. Мне туда положили морковку. Что же здесь? Здесь, в принципе, мы видим то же самое. Но если с курицей было два куска мяса, вот, я там по ошибке сказал, что это грудинка. Нет, это оказалось просто-напросто бедро курицы, вот. Оно, в принципе, достаточно неплохое, все вкусно было, но... что немножечко напрягло, что я выбрал соус спайси, острый соус, которым походу было обработано мясо, и реально остроты я вообще не почувствовал. Оно ни капельки не острое было. Единственное, какая там более-менее какая-то острота и куча специй я почувствовал в морковке. Тут, ребятки, мы видим то же самое. Картофель фри. Вот наш кусок мяса. Так. Один кусок мяса, да, он достаточно такой толстый. Ножиков, к сожалению, мне, ножа мне, к сожалению, не дали. Вот, все, придется кушать вилочкой. Ну, картофель фри, он и в Африке картофель фри, и в Украине тоже. Вот, тут тяжко что-то комментировать. В принципе, обычная нормальная картошечка. Вот, морковка, ну, походу, это морковка по-корейски. Хотя ту, которую я до этого ел, она, ну, немножечко... Другие специи, что ли, использовались. Не знаю, тут они по-своему ее как-то приготовили. Ну, морковка мне нравится. Вот, но что касается мяса, да, действительно, сверху видно вот на жарке. Вот, видно, что вот он обрабатывался соусом. То есть есть какие-то мелкие частицы. Вот, что-то там в соус добавляли. Но я не знаю, мне кажется, опять это все будет дело... Не острая. Придется опять откусывать от этого ломтя. Нету ножей. И в машине я с собой нож тоже не вожу. Ну, в принципе, откусил. Ну, ребятки, опять та же тема. Вот, честно, я не знаю, вот, зачем мне предложили. Я... Не знал, что можно выбрать соус спайси. Там был какой-то японский соус указан вот с этими стейками вот на сайте. Японский какой-то, ну или азиатский соус, в принципе, я думал, будет с ним. Но когда же пришел в самовоку, мне предлагали вот на выбор соусы. Там медово-горчичный, соус спайси. Но я люблю все острое. В принципе, выбрал соус спайси. Но честно, вот, ну ни разу не спайси, то есть обычный вкусный прожаренный кусок мяса, но ни капельки не острый. Это, конечно же, немножечко разочаровывает. Да, без ножа немножко неудобно. Ну что, ребятки, я не знаю, мне трудно что-то комментировать, но, в принципе, тоже, мне кажется, пожарено оно было на обычной сковородке, может быть, еще в духовке обработано там было как-то. Оно не сырое, оно, в принципе, нормальное, но это не гриль. Вот, однозначно, это не гриль, вот, и однозначно, это ни капельки не соус спайси. Вот, но оценку поставлю 4, потому что, в принципе, как бы вот этой порцией легко можно наесться. Она, в принципе, нормальная. На этом у меня все, ребятки. С вами был Иван Кожи. До новых встреч. Всем пока.